хочу в красную бочку. Еее, вот это разрыв всего! Здорово, парни, сегодня у нас... Очень круто! Это станд Car Racer. Или Car Stunt Racer. Так, Субарик у нас, красим. Стартовая машина у нас Субарик. Пишите, какой. Оранжевый свет, это металлик. Матовый. Классический. Короче, ребята, синюю перекрашиваем, потому что она не очень радостная. И начинаем проходить этапы. Этапы там и на время, и на прохождение через бочки какие-то, взрывы там мы посмотрели. Так, первый этап, поехали. Здесь время. Время наступило, нужно проскочить. Гоу! Погнали. Погнали, ребята. Оранжевый Субарик с оранжевой, кстати, дорогой. А здесь синяя дорога, может было на синем Субарике проехать. Прикольно было бы, если бы машина меняла цвет от дороги. Вот это вообще было бы круто. Разработчики, имейте в виду. Так. Йо, так и простой этапчик. Успеем. 160 мы валим. Удар, конечно же, без этого не можем. Уа! Первое место. Смотри, челлендж комплит. Челлендж комплит. То есть этап соревнования закончился. Этап завершен. Так. Открываем карточки. Как хоккейные прямо. 150 баксов. Хоккейный. 50. Или лучше футбольный. 5 золотых монет. Первое место. Голд. Класс. Продолжаем. Что сейчас? Тоже на время, только как сложнее этап, да? Прыжки это нам по плечу. Оп. А вот здесь аккуратно. 90. Тихо! Чуть-чуть не ушли в воду. 90 градусов ускорение. Четко! Ну что, какое место? Первое. Голд. Голд. Голд, голд, да. Голд, 17 секунд. Так, смотрите, что-то мы тут это набрали. Машина открывается, берем. Вторая тачка под замком открывается. Что это, кстати, я не помню, что это такое. Типа Тойота какой-то? Как думаешь? Что ну, это? Да, типа того. Или какой-то Hyundai, или что это такое? Так, тоже меняем цвет, давай зеленуху, красивый давай. Цвет, а то он скучный. Чисто вот просто игра на Android. Да. Хорошая. Да. Я вот помню, мы играли в это, как он называет, Hot Wheels, да, в этот... Да, было круто. Луп или как он там... Вот эти бочки, смотри, что сейчас будет. Сейчас пройдем, расскажем, что там. И что, надо их разгромить, ускорение. Да, здесь чисто боулинг. Боулинг. Мимо! Жестко! Ребята, смотрите, то есть надо в красные бочки попадать, да? Чтобы был взрыв, нужны красные бочки. Жесть, мы размолотили почти все. Ну как мы первый ряд пролетели, а? А машины раздолбаны уже. Еще раз пробуем. По-другому стоят, кстати, смотри. Давай чуть правее. Вот так. А зачем это сделали? Мы это сделали, не дарили ни одной красной бочки. Надо в красный попадать. Да, нам хоть попасть. Давай, соберись, у тебя не может получаться. Потому что все-таки... И пока не получается, надо будет собраться. Вот здесь вот раз. Жесть! Мы попали, нет? Это все по одному очку, смотри. Куда это мы? Ничего не взорвалось. А, взорвалось, смотри, все-таки взорвалось. Одна бочечка всего. Да. Слабовато. Слабовато. Третье, что ли, место? Так, ну давай. Что здесь у нас? На время, да? Погнали. Время пошло. Но! Прыжок! Прыжи. Да. Направо. Вот это мне нравится. Такие штучки мне нравятся. Ох, как мы филигран. А здесь что? Здесь мы просто 90 градусов не сделали. Да. К сожалению. И машина в гроб. Вся стекла разбита. А здесь куда? Платформа? Платформа! Толкает, представляете, ребята, какое место это было? Карточка 50, 50 и 50. Монет нет, ну ладно.
Ох ты, какой этап. Интересно. Каждый раз интересно, какой этап, да? Да, каждый раз интересно. Давай, давай, драйвер. Да, давай. Да. Давай. Вот труба опять. Твоя любимая. Труба. С вентилятором. Спиннер тут мешает. Ах, просто изи. Вообще изи. Вообще это ерунда. Так. О, уже интересно. Смотри, какая платформа. Проскочим. Да, прям вообще. Резкий поворот направо. Вот это страшно, над водой. Смотри. Поехали, давай, давай, давай. Главное не упасть. Ох, еще и дрифт. И нам за дрифт, кстати, очки дали, ребят. Прыжок. О, платформа, смотри, сейчас нас выстрелит. И боковой. Нормально. Первое место, кстати, ребят. Ох ты, какие штуки, видел? Вот эти вот ножи красные. Давай. Как его объезжать? Тихонечко. О, видишь, как просто все. Здесь вообще на изи. Здесь тоже проходим. Нет, нет. А это еще штука крутится? Ушли на дно, ребят. Да, бывает и такое. Раскакиваем. Да, бывает, бывает. Ой-ой-ой, а мы просто скатываемся, смотри, что происходит. Ну ладно, уже финиш, я вижу. Нет, чуть в бок чуть за град не вывалились. Карточки. 50, 50 и 5 золотых монет. Нет. Новый этапчик, опять с бочками, интересно. Мы не попали ни в одну красную. А, не сбили все-таки. Мы не сбили ни одной красной бочки. Машина ушла, смотри. Она дальше поехала, смотри. Нормально. Так, ну давайте на красную целиться, на красную, ребята. Нормально. Главное не перепрыгнуть, аккуратненько вот так. Раз, да, аккуратненько. Чуть-чуть. Да. В красную бочку. Вот это разрыв всего. Это отлично было. Кстати, будет еще взрывчик? Будет. Будет еще. О, нормально мы это сделали. О, какой этапчик. О, какой этапчик. Это мне напоминает игру, где мы через стекла прыгали. Помнишь, такая была? Где еще чел вылетал из машины. Который у нас там миллион набрал. Здесь вылетает человек из машины. Вот это что-то такое. О, еще и дрифт, видел? На мертвой петле еще и дрифт. Вот здесь под 90 градусов просто. О! Вот это уже интересно, здесь немножко пострашнее. Успеем? 35 секунд надо, чтобы приехать на первое место. А у нас сколько? А у нас 35, 36, ну ой, второе место будет. Прыжок. Ну второе тоже неплохо. Да, второе, сильвер. Да. Ну ничего страшного, ребят. О, открывалась машина. Открылась новая тачка, ребята. Какой-то американец злой, типа Форда или что-то такое. Ну, в общем, будем развиваться, да, дальше. Будем развиваться. И если вам понравилось эти видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игрушные Игрушки. И заходите в мой инстаграм, ютуб. И до новых встреч. Гоу, гоу, гоу.